Эй! Вот это подстава. Типа заходи, ну там зомбаков куча. Интересно, они сюда зайдут и что будут делать? А зайдут зомбаки сюда или нет? Вот, вот вопрос. Зомбаки, что вы стали? Напали на меня сзади, да? Пошли, зайдем. Заходи. Чего? Дуда Плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Walking Zombie 2. Сейчас мы заберем патрончики в своем доме. Бинты, и есть у нас Red X. В первой квартирке нашей маленькой здесь также я. Значит, у меня тут проявились патроны и бинты. Сейчас я быстренько заберем и отправимся дальше. Задание. У нас есть задание, и мы сейчас пойдем его выполнять. А что у нас есть по продаже? Есть книги. Стрелковые книжечки. Так, не хватает денег. Сейчас я быстренько зайду сюда. Мне должны монетки дать. Угу, забираем. И сразу же максимально мы их продаем. Угу, 760. Как раз купим еще одну книгу. По продаже мы ничего продать не можем. Так, стоп. Идем к другому продавцу, посмотрим, может, у него тоже есть книги. Ну, хотя навряд ли, у него книг постоянно нет. Да, нет у них книг. Давайте сразу книги используем, прочитаем. А также у нас, смотри, есть книга. О, книга, говорю. Карта сокровищ, давай я тоже используем, то бишь откроем, да? Поменяем сразу оружие на всякий случай. Патроны. Здесь сколько у меня? 7,62. Угу. Есть обычные патроны, есть улучшенные, тоже заканчивается. Потом патроны 9 мм улучшенные. Ну и все, нормально у нас там все есть. Так, смотрим, где у нас тут что. А вот, карта сокровищ, охота на зомби, неправдоподобные союзники. Вот, идем сюда. Мэр дал нам задание. Так, а ну-ка, что тут у нас получается? Доберитесь до крепости. Хорошо. Добраться до крепости. Вау, смотри. Стражу ворот. Давай поговорим с ним. А что тебе нужно? А мне нужно пройти. Меня прислал мэр. Или у меня важное сообщение для вашего босса. Откройте. Окей, входи, только без лупостей. Спасибо. Так, подожди, откуда ты взялся? А? Нифига себе, Алёшки. Эй! Вот это подстава. Типа заходи, ну там зомбаков куча. Интересно, они сюда зайдут и что будут делать? А зайдут зомбаки сюда или нет? Вот, вот вопрос. Зомбаки, что вы стали? Напали на меня сзади, да? Пошли, зайдем. Заходи. Чего? Пошли. Че, такой смелый, что ли? Смелый такой, что ли, а? Не понял. Смотри как, а. Все, все готовы. Вон еще идет, смотри, чувак. Есть. Кто там? Нет, больше никого нет. Хорошо. Ладно, заходим, ребята. А, Джулиани. Так, зайдем сейчас в Джулиани. А ну где тут Джулиани? А Джулиани на втором этаже. Вот он, чувак. Эй, меня послал мэр, нам нужны строительные материалы. Ты можешь заплатить, я позабочусь об этом. Лидер не должен об этом знать. Да, без проблем, я могу проверить груз. Естественно, и зачисти его от зомби. Хорошо, давай посмотрим, что тут здесь, кровать на полу. Тут ширма какая-то, видимо, там типа душа какого-то или туалет. Ящики не открываются, дверь тут тоже не открывается. Ладненько, а что у тебя в руке там, я забыл? А, оружишко, ладно, идем, спускаемся вниз. Нам нужно еще зачистить, сказал. Проверь груз и зачисти их, его от зомби. Хорошо. Тихо. Вот у нас зомбачье здесь ходит, пёска бегает. Так, сейчас отбегу сразу сюда. Вот. Пёску сейчас оглушим. Есть, готово.
И там есть где-то сумасшедший. А, подожди, ну давай я быстренько вас всех успокою. Так, Редикс поднял, да? Ладно. Ох, нифига она аж перевернулась, бабища. Так, аккуратненько, дайте я пройду. Надо этих успокоить, потому что они, видишь ли... Тихо. Так, теперь мне надо этого успокоить. Подожди, где он ходит? Вот он, дурачок. На тебе в бошку. Все, готов. У нас дофига зомбаков. Зомбаков дофига. Давайте, ребятушки, собирайтесь куда-нибудь в кучку. Тихо. Я вас хочу всех собрать. Алло. Вот, готов. Так, этот чувак. А этих мне не надо убивать? Вот этих, которые ходят. Так, что там сзади? Толпа идет? Нет? Так, бабища. Ой-ой-ой. Тихо. Какие-то звуки страшные, нет? А, ну вот, толпенька собирается, но у нас, к сожалению, нету никаких взрывчаток, ничего. Эй, она меня ударила, прикинь. О, надо сюда идти, смотри, видишь, показывается цель. Ага. Ах ты гад. Я в тебя никак не могу, да, попасть. Так, давайте все собираемся в кучку. Так, подожди, тут какой-то этот у нас... Вау-вау-вау, тише-тише. Включите гранатку. Раз. Два. О! Нормально. Две или три гранаты я использую. Все, и все отдыхают. Все, готово. Поговорите с Джулиани. Хорошо. А где тут проход? Сейчас я быстренько пройду. А, проход здесь. Так, хорошо, что я здесь везде могу перепрыгивать. Идем поговорим с Джулиани. Вот Джулиани. Так, все, с грузом все в порядке. А возвращайся вечером с деньгами. Спасибо. Неправдоподобные союзники называются. Офигеть. Так, тут ничего больше нету интересного, а? А это что за квартирка такая? Эй, чувак, здорово. А тут у вас сейф есть? А, смотри. Граммофон. Неплохо так устроились. Посмотрим, что тут наверху. Вау-вау-вау, сейф. Нормально. Это очень хорошо, что сейф есть у них. О, блин, сломал отмычку. Вторую. Две отмычки сломал. Сколько я денег получил? А, патрончики, монетки, бобы. А, еще несколько... двое бобов. Эй, чувак, тебе не нужны бобы, я бы тебя продал бы. А, день снайпера, аэропорт. Что, сходим быстренько? День снайпера сходим. Пока я в аэропорту. Да, почему бы и нет? Почему бы и нет? Где у нас здесь зомбачки? Вот они идут. Одни идут уже, смотри. Давай. Подзорвем. Нормально. Вот этот еще. Все, готово. О, вау-вау-вау. Все, готовы. Так, теперь ее тут надо будет гасить. Какие-то они очень быстрые, нет? Все готово. Одна волна успешно пройдена. Теперь вторая волна. Где? Вот это. Чуваки. О, здесь нормально. В принципе. Видно все. Вот еще идут. Хорошо. Ага, вот еще идут.
Вау-вау-вау, а вы откуда подошли, ребята? Все, готовы. Я хотел в бочку стрелять, но не получается. Все, вторая волна зомби. Давай сразу этих гасить, они, в принципе, поближе стоят, их видно лучше. Этих не так видно, они далеко. Но, в принципе, видно. Вау-вау-вау, девочки, подождите, не спешите так. О, критические даже получаются выстрелы. Вот эти, в принципе, легко убить. Тихо, тихо. Все, миссия завершена. Отлично. Хорошо. Вернемся в город. Теперь уже можно с легкой душой возвращаться домой. Случайная встреча. Давайте встретимся. Что там было написано? Запертая. Попробуйте найти ключ. Хорошо. Вау, 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 у нас есть еще сейф, отлично. Надо будет аккуратненько, чтобы не сломать отмычку. Ой, фух, чуть не сломал, хорошо. Серебряные монеты, бобы. Еще одни бобы, еще одни бобы. Так, ищем ключ, нету ключа. Сейчас я еще знаю, где пару камней лежит. Вот здесь камушек лежит. Наверное, здесь ключ, смотри. Точно. Ключ здесь. Хорошо. Возвращаемся, открываем сундучок. Вау, монеты серебряные. Одна золотая монетка и 500 патронов. Хорошо, отправляемся дальше. Домой. Центр. Так, тут у нас карта сокровища была. А, блин. Забыл про карту сокровищ. Ладно, в следующий раз мы ее откроем, ничего страшного. Так, идем в центр. Продолжить и идем к мэру. Но сначала забежим кассу и заберем деньги. Сколько ты мне даешь? 400 монет? Ну, немного, ну да ладно. Спасибо хоть за это. Все. И к мэру, к нашему. Готово, мы сможем заехать сегодня ночью. Все. А все отлично, все хорошо. Мой человек позаботится о деньгах, а ты займись грузом. Приятно. О, приятно, говорю. Принятно. Принято, то есть. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ух ты, а кто тебе зеркало-то сломал? У тебя же целое вроде бы было. Зеркало, слушай. Вот карта Спринглса. Вот здесь планируется построить стену. Ну, стену мы завтра, серия будет, и купим стройматериалы, и будем строить стену. Всем пока. До новых встреч.